Всем здравствуйте! Давайте сегодня проверим лайфхак, как капустой можно уменьшить боль в колене. Под лечением суставов капустным листом подразумеваются различные методики, используемые в народной медицине для устранения неприятных ощущений, связанных с заболеваниями суставов. Казалось бы, как может помочь обычная капуста, которую мы привыкли видеть в салатах и голубцах, при проблемах с суставами? Однако, многие люди знают о положительном влиянии этого растения и испытали на себе его целебное свойство. Согласно народным рецептам, капустный лист является отличным средством при воспалении суставов, включая коленное. Для приготовления компресса нужно взять капустный лист, сделать на нем небольшие разрезы, нагреть и обмазать медом. Полученный компресс следует приложить к пораженному суставу, прикрыть целлофаном, закрепить бинтом и укрыть теплым платком. Советуется делать подобные процедуры на ночь, и уже после нескольких применений вы почувствуете облегчение. Для тех, кто не располагает медом, можно воспользоваться другими вариантами капустных компрессов при артрозе. Важно проводить процедуры систематически и отдавать предпочтение натуральным методам лечения, которые могут быть не менее эффективными, чем традиционные медикаментозные средства. В прошлом году я упала с самоката на колени на асфальт, и поэтому иногда мои колени болят. Ну, обычно я просто хожу и терплю там несколько дней, потом они сами проходят. Вот вчера ночью попробовала этот метод лечение капустным листом, и болевые ощущения намного уменьшились сегодня при ходьбе.